Япония проведет в Челябинске кинофестиваль и позовет нашу молодежь в гости. Все это в 2018 году, в рамках года страны восходящего солнца в России. Об этом рассказал представитель посольства Такаси Маки. Он приехал в гости в нашу редакцию и заодно поделился впечатлениями о Челябинске. Очень ровный климат, минус 15-20 воздух температура. Но, тем не менее, люди, выражение лица людей – это очень какой-то счастливые и очень добрые. И поэтому люди из Челябинска очень сильно впечатляют меня. Это у нас улыбки просто замерзли, видимо, на лице, и так и ходим. Господин Маки также отметил, что у Южного Урала и Японии большие перспективы делового партнерства. В следующем году страна восходящего солнца станет главным партнером выставки «Иннопром» в Екатеринбурге. Туда приедут японские бизнесмены. Челябинские коллеги смогут провести с ними переговоры и наладить сотрудничество. Рассказал Такаси Маки и о личном. Наш язык он учил 3 года. 2 из них в МГИМО. И за все время работы в России ни разу не был в русской бане.